Работа форума началась с самого утра. На повестке 15 основных тем. Разбирают их детально. Это вопросы развития театрального дела. От финансирования до социальной защиты. Новый взгляд на российский театр 21 века должен укрепить единое культурное пространство страны. Северо-Кавказский театральный форум – это уже шестой в ряду проходящих в год театра, театральных форумов. Они прошли во всех федеральных округах. Всего их у нас 8, но вот это шестой северокавказский форум. И мы очень благодарны главе республики, который пригласил нас провести форум в городе Грозном. Мы ждем конкретных предложений от наших коллег, от руководителей театров, руководителей органов культуры, от артистов, режиссеров, конкретных предложений о том, что нужно сделать на федеральном уровне для того, чтобы театры получили новый какой-то импульс, новый толчок к развитию. На совещании уже выдвинуто и одобрено предложение по созданию в Москве открытого театра нации. В нем смогут выступать и показывать свои спектакли труппы из всех регионов страны. Пока в Зимнем саду идет совещание, одновременно в разных кабинетах проходят мастер-классы. Опытом делятся лучшие специалисты. Это педагоги и выпускники ГИТИСа. Например, здесь мастерская для художников по гриму. Это люди, которые отвечают за то, как актер выглядит в кадре. Важна каждая деталь. Нужно уметь не просто нанести грим, но и уметь обращаться с такими материалами, как силикон и гипс. Рисовывается только верхняя губа, нижняя высветляется, но уголки подняты. А здесь царит особая атмосфера. Со стороны сразу и не поймешь, что происходит. Укладываем голову на плечо партнеру и начинаем отходить друг от друга. Дойти до позиции, не торопитесь. Еще. Дойти до позиции, чтобы тело, ваши тела были параллельны полу. Можно еще держать. То есть вы держите себя и партнера. Это пластический тренинг. Проводит его каскадер Айдар Закиров. Он показывает элементы не только парной акробатики, но и принципы сценической драки. В качестве актера и постановщика трюков он принимал участие в более чем 100 теле- и кинопроектах. Сейчас работают в парах парные элементы, парные упражнения, на которые на взаимодействие, на чувство партнера, на координацию. Жду какой-то интересной работы, чтобы они заинтересовались, своим телом, воспитывали свое тело, чтобы тело артиста было подвижным, интересным. Чтобы все время держали себя в форме. Вот, пожалуй, такие вот задачи. Всего 8 мастерских для режиссеров, актеров, вокалистов, технологов по изготовлению костюмов, гримеров, художников, сценографов и постановщиков. А что-то должно быть неважным, чтобы проброс был. Иначе вы надоедите на третьей минуте. Не надо давить все время зрителя, надо его немножко отпускать. Господи, после всех этих страстей, как это странно. Здесь его так будет слушать. Посетил семинары и пообщался с педагогами министр культуры Чечни Хошбау Дедаев. Актеры, они молодые, красивые, они хотят получить новую информацию. Когда, а мы туда, а мы сюда. Все получите. Все успеют. Все будете, потому что у нас роскошные педагоги. Мы взяли из ГИТИСа самых замечательных, завкафедры, понимаете, речи, движения. Не зря же я говорю, что в первую очередь это фестиваль и форум, это праздник для наших актеров, конечно, для нас. Конечно. И это тот шанс, когда они должны вытащить все для себя. Да, я говорю, берите. Конечно. Этот форум собрал 400 представителей национальных театров Северного Кавказа. В его рамках состоится также круглый стол. Обсудят проблемы развития национального театра в российском профессиональном театральном искусстве. В Грозном форум продлится до 19 сентября. Итоговый состоится уже в Москве. На нем будет издана концепция развития театрального дела страны. Она вберет в себя все самые разумные предложения, прозвучавшие во всех форумах, проходивших в СКФО. Луиза Хатуева, Шамиль Саламов. Новости.